Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день есть что посмотреть по танкам. А еще провожу прямые трансляции, на которые всех приглашаю. Приходите сегодня вечерком, вместе побалдеем. Ну а я сейчас попытаю удачи и хочу посмотреть, насколько выгоден набор за 15 тысяч золота, который выставили на продажу. На продажу он будет в течение 3 дней. Стоимость набора 15 тысяч золота. Я лично считаю, что 15 тысяч золота это в целом нормальная цена для данного набора. Дело в том, что здесь черные ящики сразу 3 уровня, что повышает шансы получить большее количество голды, перейти на уровень выше по черным ящикам, если повезет, да и плюс к тому собираешь талисманы на черный сертификат, как я его называю. Есть 5 контейнеров мистических, и причем 2 уровня, а не 1, и шансы выпадения чего-то вкусного становятся вроде бы выше. Плюс опять-таки собираешь талисманы на контейнер 3 левела. Ну и в моем случае у меня не хватает несколько талисманов на еще один бомбический контейнер, соответственно, в этом наборе я получаю себе не 5 бомбических, а 6. В общем, ребят, рискую, покупаю, для того, чтобы вам показать, что из этого выйдет. Большинство танков, которые я могу достать из этих контейнеров, у меня есть в коллекции. Единственное, наверное, кому я буду действительно рад, это либо Калибан, либо, конечно же, Уничтожитель, которого у меня нет. Купили наборчик, выходим ко мне в хранилище, ну и погнали открывать контейнеры. Сначала откроем черные ящики, для того, чтобы посмотреть, а действительно оттуда голда падает хорошо, аль нет. Вторым мы будем открывать мистические контейнеры, ну и в завершении на закуску откроем 6 бомбических контов. 5 это те контейнеры, которые я приобрел, и 6 тот, который собрал из талисманов. Ну что, поехали. Черные ящики, давайте будем пытаться сразу считать, что у меня из этого получится. Я не думаю, что прям сильно жирно будет падать, но надеюсь, что хотя бы 1/4 левела выпадет. 900 голды, раз. Но давай мне контейнер следующего левела. 900 голды, 2. 1800. Ну, неплохо. 300. Маловато. 200. 2100. И еще 600. 2700 голды. Ну, дай 4 уровня, не жлобись. Есть! Есть! Плюс 600. Итого получается 3300. Вернулась назад, а из этого контейнера получаем... получаем еще 500. Итого 3800 голды я уже, в принципе, вернул. Ну, уже, слава богу, уже хорошо. Было бы, конечно, неплохо вернуть целых 5000, хотя мне кажется, что это практически нереально, но окей. И так, в принципе, сойдет. Теперь погнали мистики будем открывать. Открываем мистические контейнеры сразу 2 левела. Я хочу, понятное дело, что-нибудь, что можно обменять себе на голду. Ничего нет. Дай анимированный аватарчик, не жлобись, пожалуйста. 2 контейнера в минус сразу пошло. 100 голды! Мать моя женщина! 3900 вернули. И еще 500. 4000... 4400. Затаил дыхание в надежде на то, что что-то из этого получится, но ничего не вышло. Жаль. Ну что, открываем бомбические, и походу я сейчас буду в минусе приблизительно эндок 1000 на 10. Классная затея была. Что-то мне подсказывает, что надо было этого не делать. Вы свое мнение пишите обязательно в комментариях. С удовольствием почитаю. Так, контейнер бомбический и 1000 золота. 5400. Открываем. Собери их все! Ключ от запертого контейнера. Круто, круто, но навряд ли сильно жирно. Все, на этом закончили. Веселье, едем дальше. Ну давай, родимая, ну хоть ты-то верни что-нибудь. 750. Матюшки, какая прелесть. Да, ну такое себе. О, так. 6650 в копилку и плюс черный ящик, но... 200. 6850. Ну я в минусе, блин. Я в минусе, ребята, и в очень крутом. Черный ящик еще один. Давай меня хотя бы до 10 уровня, я не знаю, доведи, что ли. Ну, а второй есть. Уже нормально. Все. На этом история закончилась. Что я получаю? 7450. 7450 я смог отсюда вернуть. Нифига не получил. 7000 с копейками ушло в помойку.
чего ни в коем случае никому из вас не желаю. Ребят, вот такой вот эксперимент, вот такой вот результат. Абсолютно все честно, все открыто. Никаких крутых открытий на этом канале контейнеров вы, как правило, не найдете по одной простой причине, потому что контейнеры неизвестно, что вам принесут. Лучше приобретайте технику напрямую в магазине. Я пошел снимать следующее видео специально для вас, а вы, если за честность, обязательно подписывайтесь на этот канал и приходите на прямые трансляции. Жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.